Друзья, всем привет! На связи я, Мария Петрякова, и коктейль путешествий. Знаете, на Ютубе очень много видео о том, как люди пробуют сладости из разных уголков нашей планеты. Печенье, шоколад, шоколадную пасту и прочие вкусняшки. И мне всегда очень нравились эти видео, как люди берут, пробуют, ставят баллы этим видео. И я решила тоже показать, какие сладости продаются у нас на Бали, что здесь можно найти, отведать и поделиться своими впечатлениями. Пробовать я сладости не буду, но я с большим удовольствием приглашаю вас с собой в магазин, где я вам покажу все сладости. Итак, это обзор вкусняшек острова Бали. Перемещаемся в магазин. Ну вот мы и в первом магазине, где можно найти всякие интересные балийские сладости. Вот есть такой шоколад. Монго шоколад. Здесь разные виды с апельсином, с какао. Подними, пожалуйста. Вот есть разные виды шоколада. Есть вот такой кранч. Здесь есть балийская фабрика. Сладости мы на нее ездили. Я думаю, как-нибудь я вам покажу видео оттуда. И там вот выпускают эти батончики. Там с воздушной кукурузой, они очень вкусненькие. О, вот этот шоколад, ребята, тоже. Он такой молочный, такой классный, насыщенный. Его выпускают именно в Индонезии. Больше вы вряд ли его где-то найдете. А вот эти шоколадки, они тоже необычные. Вот есть, например, шоколад с морской солью. Вот. Здесь с кокосовым сахаром, черный шоколад. Есть даже острый шоколад. Вот, кстати, шоколад чили с чили перцем, тоже балийские штуки. С какими-то орешками. А вот такие батончики с клубникой, с манго. Вот я пробовала с манго, но очень тоже классный шоколад. Такого вида шоколадочки также с морской солью. Вот, какая-то штука, тоже какие-то сладости. Также на Бали очень много пинат-баттера, орехового масла. Оно здесь прямо очень популярное и пользуется большим спросом. Прямо, ну, многие любят. Я не люблю ореховое масло, Игорь любит. Ты, Игорь, любишь ореховое масло? Я обожаю. Вот, Игорь обожает. Есть, возможно, нектары, кокосовые, там мед. Вот есть даже кокосовый сахар в таком жидком состоянии. То есть всего здесь очень много на любой цвет и вкус, ребят. Так, друзья, мы во втором магазинчике, здесь выбор побольше. И сейчас вам все буду показывать и рассказывать. Ну, марка Рошен, да, Ферреро Роше, она есть, в принципе, наверное, везде, я думаю. Вот, а это уже балийские сладости, то есть тут конфеты, они в молочном шоколаде, а внутри орешек есть с фундуком, с миндалем, с кешью, ну, всякие разные. Вот есть даже конфеты в виде птицы Гаруду, ну, это такая известная птица в эпосах индийских. Вот, разные печеньки, каких только нету, вот, ну, я такие даже не пробовала, вот, поэтому сказать нам ничего про них не смогу, буду рассказывать про то, что я пробовала сама. Вот, ну и вот эти конфеты, которые я вам сейчас показываю с орешками, они очень вкусные, я их действительно пробовала, рекомендую. Вот, смотрите, дальше идет у нас шоколад, тоже разных разновидностей, с вот этими храмами балийскими известными. Белый, черный шоколад, причем с разными процентами содержания какао, есть 80, 60 и 70%. Стоит он 60 тысяч рупий, да. Вот эти конфеты, кстати, которые мы смотрели, они стоят 35 тысяч рупий. Вот, Таблерон, известный шоколад, наверное, мне кажется, он в России тоже, скорее всего, есть. Я вот даже не знаю, не помню об этом Таблерон. Напишите в комментарии, если такой шоколад есть в России. Вот, сейчас покажу вам интересные штуки. Вот, очень люблю вот этот шоколад. Шоколад называется Бэнг Бэнг. Мне кажется, это вообще очень классная шоколадка. Там внутри вафли, карамель, воздушная кукуруза. Он прям прикольный. Вот. Дайри Милк шоколадка. Она очень похожа на нашу российскую Милку по вкусу. Ну, вот этот шоколад я прямо очень люблю, наверное. Это, ну, могу его выделить из большинства шоколада, которые здесь есть. Ну, продукция компании Kinder, Kinder Bueno, Kinder Сюрпризы разные. Тоже всего здесь этого достаточно много. А вот эти шоколадки мне вообще всегда очень умиляют. I love you, Bali. Смотрите, какой красивый дизайн. И очень прикольно привезти кому-то в подарок и получить в подарок такую шоколадку с острова Бали. Вот, есть тоже шоколад в виде франжипани, с цветочками франжипани. Это самый известный балийский цветочек.
Вот. Чего только нет. А вот, друзья, печенье. Кинтам. Я его обожаю. Оно шоколадное. Бывает с разными вкусами, с клубникой, ванилью. Вот прям рекомендую попробовать шоколад Кинтам. Переходим на полку с печеньем. Ну, продукция компании Oreo, она есть даже в России, я думаю. Вот есть белый Oreo, черный, с клубникой есть. Вот айскрим с мороженым, вкус Oreo со вкусом мороженого какого-то, видимо, освежающее что-то такое. Вот, ну, в остальном, вот, классический Oreo. А вот марка, кстати, Sari Sandwich, бывают печенье двух видов. Шоколадные и с peanut butter, ореховым маслом. Вот. Мне вообще они по вкусу очень напоминают халву. Я больше люблю шоколадный. Игорь у меня предпочитает с peanut butter. Смотрим дальше. Slay or Lay. Тоже классное печенье. Есть с ананасами, с клубникой. Ну, прикольные. Такие желейные. Вот, печеньки у нас с ананасами, тоже очень прикольные, стоят 7000 рупий. Далее, вот такое печенье тут есть. Сейчас еще посмотрим, что тут есть интересного. Вот, конечно же, друзья, печенье Good Time, очень популярная марка в Индонезии, на Бали, стоит 5000 рупий, там вот такие, вот эта упаковочка мини, вот, здесь такие мини-кексики есть, но есть такие большие упаковки, где они разные, есть всевозможными чипсами, да, шоколадными и цветными в добавлении, вот, неплохие печенюшки. Следующий стеллаж, это у нас вафельный рай, здесь очень много вафлей. Ну, по вафлям я вам могу сказать, что я ем вот такие вафельные трубочки. Они прикольные, здесь стоят 12500. Сейчас я вам покажу стеллаж с мармеладом и всякими леденцами. Продукция компании KISS, Tamarin, Айпенлиб, всего очень много. Компания Харибо также здесь присутствует. И их знаменитые маршмеллоу. Вот, Ментос. Ну, в принципе, большинство, все то, что можно найти на рынках, в магазинах в России. Вот, друзья, есть такое печенье. Смотрите, какое, видимо, с орехом оно идет шоколадным. Выглядит аппетитно, я такое даже не пробовала. Вот, всевозможные штуки. Вот, компания Тинтам, я вам про нее сегодня уже рассказывала, выпускает даже вафли. Вот. Ну и вот национальные тоже шоколадки разные, шоколадные конфеты. Вот, этот шоколад мы уже смотрели в другом магазине. Он, в принципе, есть в каждом магазине в Индонезии, ну, более-менее большом. Ну, в принципе, мы с вами тут все смотрели. Вот, это такая, ну, некая пародия на KitKat. Take it. Тоже вафельные такие шоколадки. О, вот здесь зато есть шоколад Choco Milk. В предыдущем магазине его не было. Молочный шоколад. Также выпускается в Индонезии. Всевозможные чипсы, жареные водоросли. Всего на Бали, конечно, очень много, друзья. Всего этого в изобилии. Ну, можно найти международные продукты. Hershey's и прочие марки. Ну что, друзья, если бы вы хотели попробовать балийские сладости, напишите об этом в комментарии. Вот, напишите, какой продукт вам наиболее интересен. И, возможно, я могу вас удивить посылкой с Индонезии. Пока!